Неизвестный солдат, неизвестный солдат. Нина Яковлевна, я хотел бы вас спросить, могила под Алпатовой горой к какому периоду времени относится? К 1942 году, когда были немцы. Нина Яковлевна, кто расстрелял этого солдата? Этого солдата расстреляли полицаи. Мы, будучи детьми, ухаживали за этой могилой. Нина Яковлевна, мне говорили, что под Алпатовой горой здесь белогвардейца расстреляли красноармейца. Может эта могила относиться именно к этому периоду времени? Я всю жизнь жила под Алпатовой горой, и здесь белогвардейцы. Я не слышала, чтобы расстреливали. За этой могилой ухаживали Мария Андреевна Гриднева и Вера Ивановна Изотова. Они уже давно умерли. Сейчас за этой могилой практически никто не ухаживает. Неизвестный солдат, неизвестный солдат.